В этом видео хотел бы сделать распаковку вот такой вот карты памяти на 64 гигабайта фирмы Kingston. Я ее купил в интернет-магазине финском в одном. И цена на нее была в этом магазине 29 евро 90 центов. То есть я искал по всяким магазинам и нашел самый, как я думаю, что самый дешевый вариант. В других магазинах это было довольно дорого. Были даже цены такие, что даже 56 евро за такую же самую карточку. Я не знаю, от чего зависит цена. Такая же самая карта, а цена в 2-3 раза, ну не в 3 раза, в 2 раза дороже, скажем. Вот я нашел в интернет-магазине и советую вам не лениться. Если кому нужна карточка, то, ну или какая-то вещь, то желательно поискать по магазинам, можно довольно много сэкономить. На eBay я смотрел, такая карточка, в районе начиналась цена от 34 евро. То есть, если бы я даже и заказывал, то мне пришлось бы ждать, и это бы вышло бы дороже. Поэтому я нашел такой вариант через интернет-магазин купить ее. Итак, на нее, как заявляет производитель, есть пожизненная гарантия. Вот здесь вот сбоку вы можете видеть такой вот маленький кругляшочек, и тут знак, символ бесконечности. Пожизненная гарантия, lifetime. Вот. Есть адаптер также. Я ее купил конкретно для того, чтобы использовать в новой моей камере Sony HDR-CX625. Хотя, конечно, такую скорость мне и не надо, но все равно лучше запасом покупать. И сейчас я хочу ее распаковать. Для этого мне понадобятся ножницы. И начнем. Вот здесь вот сзади есть полоска, по ней надо отрезать. Это мы сейчас быстренько. Долго ли нам умеючи? Вот, отрезали в сторону. И теперь я ее буду раскрывать. Просто для того, чтобы, может, кому-то интересно, как она внутри будет тоже выглядеть. Вот таким вот образом я ее достану отсюда. Вот так выглядит она внутри. Штатив у меня не очень хорошо держится, извините. Такая вот коробочка пластиковая. Вот, могу приблизить, чтобы было, может быть, кому-то получше видно. С красной надписью. Я видел, такие же карточки были с серой надписью, но там скорость записи и считывания, ну, гораздо меньше. В общем, надо смотреть, чтобы именно такая карточка была, если вам необходима запись там 4К формата. Я буду ее также тестировать. Ну, в общем, я неправильно ее открыл. Она должна здесь быть. Даже не вот так вот, а вот так. Или и не так вот, а вообще по-другому. Неважно. Вот адаптер идет в комплекте такой. Так она выглядит. Да, и производитель здесь Тайвань. Это не Китай, это Тайвань. Это было написано. На карточке написано, и здесь написано на коробочке. В общем, вот такие вот карточки. То есть адаптер и карточка. Вот так вот выглядит все это. Также, если кому интересно тесты моей видеокамеры, которую я приобрел, я буду выкладывать в будущем. Буду делать видео и выкладывать. И также сделаю тест на эту карточку. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, смотрите также мои другие видео. До новых видео, пока!